Добрый день. Хочу показать вам, как мы перевозим лодку Seafisher 550 на обычном прицепе для легковых лодок. Прицеп фирмы Кияшка для лодок длиной до 4,5 метров. У него немножко коротковатые лыжи, поэтому мы взяли и доварили вот здесь вот одно крепление с колесиками. И в принципе лодка вся полностью помещается на прицеп. Лебедка впереди фиксируется за люверс. Вот здесь тропой идет фиксация. И в конце лодки тоже она фиксируется. И нога мотора фиксируется на роликах. Двигатель 9,9 с дистанционным управлением. Оборудовали мы Seafisher рулевой консолью. Вот такое вот место капитана. Это у нас кают-компания. 4 кресла на тумбах, столик с подстаканниками, ну и впереди рундук большой, непромокаемый, и тент. Вот так вот он кладется на лодку и, когда раскладывается, закрывает полностью весь кокпит. Ну, такая вот у нас семейная лодочка для двух взрослых и двоих детей вполне достаточно. Вот так это все выглядит на прицепе.